А знаете ли вы, почему Япония не напала на СССР? Как гласит история, страна восходящего солнца входила в гитлеровскую коалицию вместе с Италией, Венгрией и Румынией. Будучи самой сильной страной на Востоке, она могла открыть второй фронт на востоке СССР, что увеличило бы шансы Германии на победу во Второй мировой войне. Но захват необъятных просторов Дальнего Востока требовал огромных ресурсов, денег, а также решение вопросов с обеспечением и логистикой японской армии. В Японии понимали, что продвижение вглубь советской территории будет медленным и кровопролитным, ведь СССР держал на восточных границах достаточно сил для отражения удара. Кроме того, страна уже вела войну с Китаем и уже испытывала проблемы как с ресурсами, так и с личным составом. Серьезным вызовом для японцев по-прежнему оставалась и угроза нападения со стороны США. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео с коктейлем знаний.